уважаемый Рустам Мургалевич, дорогие друзья, позвольте мне от имени и по поручению президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева вручить высокую государственную награду Республики Казахстан орден Достык президенту Республики Татарстан Миниханову Рустаму Мургалевичу. Эта государственная награда присуждается гражданам внесшим особый вклад в укрепление мира, дружбы и сотрудничества между нашими народами, между народами целом. Под вашим личным руководством, Рустам Мургалевич, в Республике Татарстан проводится большая эффективная работа по поддержанию, межнационального и межконфессионального мира и толерантности, созданию благоприятных условий для жизни и всестороннего развития потенциала граждан вне зависимости от их национальной и религиозной принадлежности. Вы внесли большой личный вклад в развитие приграничного сотрудничества, в расширение экономической интеграции и установление культурной связи между Казахстаном и Татарстаном. Эти усилия получили высокую оценку главы государства и всего многонационального народа Казахстана и отмечены этой высокой государственной наградой. Указом президента Республики Казахстан за номером 707 от 9 декабря 2013 года за весомый вклад в укрепление дружбы и сотрудничества между народами Казахстана и России орденом Достык награждается президент Республики Татарстан. Президенту Республики Татарстан Рустаму Мургалиевичу Миниханову. Уважаемые друзья, уважаемый господин посол, коллеги, это высокая награда Республики Казахстан, которая вручает сегодня мне. Огромный аванс для той работы, которую мы проводим. Я считаю, что основа наших отношений уже заложена исторически нашими народами. Казахские и татарские народы, они очень близки и по языку, и по культуре, и по своей ментальности. Большое количество татарских национальностей проживает в Республике Казахстан. Ну и, конечно же, наш первый президент Митияр Шарипович заложил тот фундамент, который сегодня существует в нашей республике. И, конечно же, самое главное, особое доброе отношение президента Республики Казахстан Нурсултана Абишевича Назарбаева лично к Митияру Шариповичу, лично ко мне, в нашей республике. Это вот залог наших успехов.